Знаете, они очень адекватные молодые люди, угу. все время здоровались, все время улыбались. Долго детей, да, хотели? Да, они долго очень детей. А они давно женаты? Ну, вы знаете, давно. Ну, лет 10-5, там, не знаю. Ну, лет 10, наверное, 10, это точно, да. А знаете, это какая-то вот квартира, если честно, хочу сказать, замороженная. До этого жила семья, там убийство произошло. Здесь прямо? Да, здесь, под нами, там алкоголики были убийствами, потом они уже туда въехали. Вот как это, вот знаете, бывает такое. Может быть, тут бизнесом чем-то связано. А они же богатые или нет вообще? У них бизнес вообще-то. Вот это семейные у них точки? Да, семейные точки. Может быть, из-за бизнеса, скорее всего. Может, так. Почему именно на даче выследили? У них ни гулянок, ничего нет. У них, я ее вообще не слышу. Один ребенок, она вообще, вы знаете, такой... адекватная, спокойная вообще женщина. Вот сейчас только с подругой разговариваю и говорю, может, битву экстрасенсов обратиться, пока не поздно. Да вы нашли уже, знаете, да? Нет. Как нашли? Так нашли. А где они? Погибшие. Как, вдвоем сразу погибли? И ребенок. А как можно так? Вот они же на даче были у себя, знаете? Ну да, в доме, у них дом, да. Да. А как, а вы когда с ней разговаривали последний раз? Вчера. А, ну вот сегодня с утра нашли убитые. Кто-то убил обоих? Лену задушили, ребенку череп поменяли. Эрику задавала. Ой, кошмар, конечно. А вы хорошо да знали? Хозяйку только знаю. Но я сейчас... знаю, что хозяйка все время говорила о внуке, она вообще... Он не очень... Она настолько любила, она говорит, вообще, Тань, говорит, не уделяй внимания, говорит, сейчас такая счастливая, отуськи-матуськи вообще. У них же вот бизнес по точкам, не рассказывал. Нет, это не... Вот честно, это никак не вяжется с бизнесом, абсолютно. Честно, это маньяк только. Какой бизнес? Ну, вот кто сейчас процветает? Вот спросите хоть у кого-то, кто тут процветает в торговле. Стас, говорят, здесь был ремонт делал в квартире. Да. Да. Когда они пропали. А что еще она? Вот вчера разговаривали же с ней, что она говорит? Она в шоке. Она говорит, у меня такая беда, Таня, я не могу. И поиск, собака след не взяла. И говорит, двое суток нет, я не знаю, что делать. Она там рыдала вообще. А там у них какая дача, обычная или там, не знаю? Нет, что-то? Они дом построили, вот только переселились. Ну вот они вышли погулять и в лесу вот нашли.